Throw your hands up. Throw your hands up. Дядь, а правда, что в FIFA 14 все-таки будет возможность играть с судьей? Березуцких мне в братьев. Нет, не будет! Я и не заявляла режим игры в официальном анонсе. А значит, в FIFA 14 поиграть с судьей не получится. Но могу тебя заверить, единоличник ты мой кривоногий, что издатель давно знает о томном желании игроков пофапать на судью. И не ровен час, такой режим в игре действительно появится, хотя бы прикола ради. Однако разработчикам проще полировать геймплей, физику и механику игры, нежели создавать новые режимы. А игры-то надо выпускать каждый год. Поэтому, если сильно хочется помахать перед ебальниками футболистов красными и желтыми карточками, стоит потерпеть.